Дудлсфера. Это место содержит миллиарды и триллионы жизней. И каждая из них имеет свою уникальность. Честно говоря, невозможно поверить, что все началось из одного единственного создания. Без него всего этого никогда бы не было. На самом деле, меня бы тоже не существовало. И я самое могущественное существо в мультивселенной. Да, есть несколько исключений, но... Давайте не будем вдаваться в подробности. Все равно удивительно, что у всех этих комбинированных кодов есть цель. Некоторые из них очень вдумчивые. Хотя это весьма сомнительно. Но некоторые из них таковы. Да, какое прекрасное место. Я бы хотел, чтобы вы это увидели. Поистине прекрасно. Я получал сообщения о неизвестных аномалиях, появляющихся в мультивселенной и выходящих из нее. При внезапной смене направления цифры продолжают расти. Неизвестные закодированные аномалии начинались слева и справа. Они искажали и уничтожали таймлайны вселенных. До сей поры сообщалось, что большинство из них враждебны. Мы не знаем, откуда исходят эти атаки, но у меня есть теория, и я надеюсь, что она правильна. С тех пор, как появились эти АУ, некоторые из них несколько отличаются друг от друга. Эти АУ, как правило, имеют сходство с другими формами медиа. АУ имеют сходные характеристики с оригиналом и даже с некоторыми другими АУ. Вместе их характеристики основаны на другом наборе концепций. Их существует так много, такие как Sonic Tail, Mario Tail, Sponge Tail. Эти антиутопии, как мне нравится их называть, являются настоящими аномалиями. Это странное создание. Очень интересно. Эти типы АУ создаются игроками, вдохновленными идеями других игроков. Они захотели создать свою собственную версию. Я подготовил для себя небольшую презентацию, надеюсь, что смогу донести до нее хотя бы какой-то смысл. Всякий раз, когда рождается вселенная, она будет известна как оригинал. Оригинал будет дублировать себя сам, но с небольшими изменениями. А у дубликатов будет две классификации. Альтернативные таймлайны и альтернативные вселенные. Конечно, есть некоторые особенности. Конечно, мультивселенная отличается от других. Вселенная только дублирует свои собственные временные линии. Хотя, как сообщалось, в некоторых случаях временные рамки использовались для создания новых персонажей. Игроки по-прежнему этим занимаются. Сейчас, согласно моей теории, поскольку эти АУ создаются игроками, технически эти существа могут делать все, что захотят. Это означает, что все устроено по их собственным правилам. Когда игроки создают АУ, они всегда вдохновляются оригиналом. Всегда берут от него все самое лучшее, но при этом создают и свою собственную версию. Это может привести к путанице. Отсюда и возникновение настоящих аномалий. Теперь все эти типы аномалий имеют перепутанные коды извне. Это означает, что технически, когда неверный мир создается с помощью путаницы, этот неверный мир также появится и в этой вселенной. Это означает, что он также будет связывающим звеном между двумя источниками. По сути, это OneNow. Это ужасающая часть. Но
Но если что-то из этого правда, то это означает, что правило мультивселенной может быть применено и в другой стороне, что означает, что существует еще одна мультивселенная. Это означает, что иная сторона также была создана игроками. Значит, на той стороне есть еще одна могущественная сущность. Для вас это все еще сложно. В общем, истинные аномалии позволяют внешним силам проникать через мультивселенную, используя ее как червоточину. И каким-то образом защитники либо не знают, либо знают об этом. Иные силы также начинают вмешиваться в проблему. Нельзя допустить, чтобы подобное происходило. С другой стороны, когда эти враждебные организмы мигрируют сюда, мультивселенная примет их за новую вселенную и начнет дублировать их, как и собственные таймлайны. Подождите, что за... Что происходит? Поступил сигнал бедствия от студента. Надеюсь, это важно, студент. Держись, Эрор. Черт, он сбежал! Отпусти меня сейчас же! Очень интересно! Чего? Отпусти меня прямо сейчас! Это место, это все... Кажись, я наткнулся на новую область! Для меня это все ново! Я чувствую! Ты считаешь меня угрозой? За всю свою жизнь я никогда не видел ничего подобного. Слышь, приятель, отпусти меня, иначе я уберу эту глупую улыбку с твоего лица. Заткнись, чувак. Ты же не оставляешь гостей вот так, не так ли? Ты точно такой же, я прав? Стой! Тише, оставайся на месте. Ты новая игрушка, с которой можно играть. И, о господи, я хочу чего-то нового. Посмотрим, что может мне предложить твоя душа. Сир, помогите! Студент. Сир. Сир, видите эту аномалию? Студент, сделай мне одолжение и немедленно покинь это место. Только не говори мне, что ты собираешься справиться с этим в одиночку. Студент, я собираюсь попросить тебя об этом. Еще раз уходи! Ты сейчас серьезно, Мегамозг? Черт возьми, студент! Свали сейчас же! Только не говори потом, что я тебя не предупреждал, старик.
Он что, только что оскорбил меня? Я спас его жалкую задницу, а он взял и оскорбил меня. Клянусь, мне нужно научить этого парня хорошим манерам, иначе он будет так разговаривать с кем угодно. Ладно, а с тобой давай пойдем на сделку. Ты мирно покидаешь мультивселенную? А взамен я не стану уничтожать такую аномалию, как ты. Что? Ты за глюк? Что ты такое? Уходи сейчас. Тебе здесь не место. Заставь меня! У тебя нету шансов. Как же я ненавижу людей, которые тратят время на что-то бесполезное. Ладно, сейчас твой ход. Ты слишком рано сдался. Или что, ты просто играешься? Нет. Я не думаю, что это конец. Убери уже эту карточку! И это все? Это все, что ты можешь сделать? От драки с тобой я ожидал большего. Тем более, я могу сказать, что тебе было очень весело, судя по тому, как сильно тебе нравится водить меня за нос. Ты не показал мне хороший бой. Жаль, ты все еще этого не понял. Тебе нужно так много, чтобы повеселиться, да? Приятель, я изучал тебя все это время. Вот сюрприз! Ха!
Я позволю тебе получить удовольствие, хлопая меня и наступая на лицо, пока я наблюдаю за тем, как ты демонстрируешь свои трюки. Поскольку я тебя не знаю, для начала я буду называть вас отныне как... Субъект Икс. Что ты пытаешься сказать? Я необычный. Давайте взглянем, что я могу сделать. По всей видимости, ты сдерживаешься. Не потому, что хотите, чтобы это было интересно, а потому что что-то заставляет вас это делать. Или же вы просто вышли из зоны комфорта. Хотя, знаешь, мне все равно. Давай ближе к делу. Субъект Икс. Вы мерзкое создание, которое должно быть уничтожено. Вы аномалия, которую нужно исправить скорее. Кем бы вы ни были, вы совершили ошибку, придя в этот мир. Возвращайся туда, откуда пришел, аномалия. А это что такое? Я покажу тебе, на что я способен. Эй, разве я не говорил, что я не устраиваю тебе хорошую взбучку несколько минут назад? Тогда позволь сделать мне свой ход. Ты начинаешь немного бледнеть, да? То, как ты улыбаешься, делает тебя еще более уродливым. Чем это есть на самом деле? Давай я исправлю это. Тебе никогда не победить! Победный гул? Нет! Единственное, чего я хочу, это то, чтобы ты почувствовал каждый дюйм боли и сожаления о том, что явился сюда. Вау, как интересно! Я думал, что второй удар уничтожит твой закодированный план. А может быть, у тебя его и вовсе нет. Ладно, я считаю этого достаточно. Пора, наконец, покончить с этим. Так, это все? Я ожидал, что это будет намного сложнее. Честно говоря, то, что ты сделал, не приводит меня в восторг. Не волнуйся. У меня есть еще туз в рукаве. Это твои последние слова? Хотя в любом случае мне плевать. Надеюсь, ты зажалеешь о чем-нибудь. Хотя на это мне тоже плевать, знаешь? Катись в ад! Рокировка. Что это за...
А ты еще, черт возьми, кто такой? Большое спасибо за просмотр. Озвучено и переведено проектом HS People Soys совместно с KILF QTV. До встречи.